Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на моем спортивном канале, и сегодня у нас будет небольшой такой то ли отзыв, то ли обзорчик о протеиновом батончике Монстр. Вот он у нас, наш монстр. Тут у нас такой носорог. Это, по-моему, какая-то, если кто помнит, ниндзя в черепашках, там Рокстеди и Бибоп были, кажется, да? Такой свин большой и носорог тоже мутированный. Вот. Батончик у нас здесь весом 80 граммов. Он имеет 21% углеводов и сколько-то, короче, процентов белка. Здесь что-то не написано. Короче, на одну порцию у нас получается 80 грамм. Вот эта вот упаковочка у нас 80 грамм. У нас здесь выходит 28 граммов протеина и всего лишь 20 грамм углеводов. Это очень даже неплохо. Хорошие батончики, в принципе, приемлемая цена. Они недорогие, что самое главное. Вот, ну, в принципе, такие, знаете, на любителя. Как бы размер хороший, цена хорошая, соотношение белка и углеводов неплохое. Вот, но вкусовые качества у них, конечно, такие себе, средние. То есть иногда где-то в каких-то вкусовых этих самых заметителях они промахиваются. К примеру, я ел... клубничный на клубничный похож, да, все клубничные особо там друг от друга ничем не отличаются вкусы, вот, но, к примеру, со вкусом чернослива у них как бы промах был, там скорее не чернослив, а курага какая-то, вот, если брать вот этот вот конкретно какао, то он как-то на какао особо не похож, на что-то другое похож, но нам это не особо важно, главное, что здесь протеина много, вот, и то, что как бы в протеином батончике небольшое количество углеводов. Если же вам, конечно же, хочется углеводов еще меньше, есть от Вейдера, по-моему, там 100-граммовый батончик и где-то 20 с лишним граммов белка на всю эту лабуду. Вот, а может и не 20 с лишним, я не помню. Короче, углеводов там мало, но он стоит дорого, там примерно где-то около 3 долларов. За один батончик, это как бы дороговато. Здесь, блин, у нас выходит 1 доллар за батончик всего лишь-то. Вот. И, кстати, он довольно вязкий такой, знаете, его когда жуешь. Если кто помнит, такие конфеты раньше были, ну, они сейчас, по-моему, есть, ириски. Вот, их когда жуешь, они к зубам прилипают, капец, прям сидишь, такая, ням-ням-ням, обжевываешь. Вот то же самое, к зубам липнет просто капец. Но, как я уже сказал, это самое лучшее спасение, особенно когда ты сидишь на безуглеводке, а тебе много углеводов нельзя. Протеиновый батончик самое то. Встал ночью такой вне себе от голода, вот, и затоптал вот это вот дело. Это лучше, чем есть, допустим, сникерсы, там очень много углеводов. Нам даже не столь важны жиры, потому что жир это такое. Углеводы это, блин, на диете хуже всего. Вот, и протеиновый батончик очень сильно выручает, особенно вот самое главное, что не сладкий, вот именно стал, как говорится, душу отвел, и все замечательно. Вот, упаковка у нас здесь, в принципе, обычная, ну, как бы рассказывать больше особо нечего, то есть про вкус я вам уже сказал, про вязкость сказал, вот, собственно, здесь у нас 28 граммов протеина, и лично мое мнение, ну, за такую цену, да почему нет? Вполне себе приемлемый батончик. То, что там промахивается со вкусом, это такое. Главное, что вкус, в принципе, у них вкусовые эти самые добавки приятные. Вот, не вызывает отвращения. Да, они промахиваются, но это как бы такое, знаете, ну, вторичное уже. Вот, в принципе, цена полностью перекрывает недостатки. За 28 грамм прота в батончике это вполне себе замечательно. Здесь у нас, как вот, даже они по стандарту выполнены. У нас есть ISO. Что качество замечательное. Значит, это у нас, кстати, я не знаю, в России импортируют, не импортируют такие. В общем, это наш украинский производитель. Делает наши вот такие вот батончики. Поэтому, если не смотрите это видео, обязательно, ребят, сделайте что-нибудь с вкусовыми добавками. Потому что, как бы, не особо попадаете в то, что надо. Вот. А так, в целом, в принципе, все замечательно. То, что там к зубам липнет, ну да, такое, в принципе, ничего страшного. Это ничего страшного. В принципе, я бы сказал, не то чтобы ириска, но, блин, довольно близко к этому. Короче, нормальные протеиновые батончики. Самое те. Вот такие вот. Это, блин, не реклама, не надо мне там сейчас рассказывать в комментариях, потому что начнут срать там, еще так далее.
Блин, это не реклама. У меня всего, блин, 3 коллеги на канале и белый мишка подписанный, как бы. Кто мне там за рекламу будет платить? Так что я личное свое мнение выражаю по поводу этого батончика. Вещь хорошая, вот. Но это, опять же, мое субъективное мнение, личное. Вот, вам могут эти батончики не понравиться, поэтому на пробу можете взять один себе, попробовать. Если понравится, будете кушать. Не понравится, не будете кушать. Возьмете от какого-нибудь другого производителя. В общем, я свое мнение по этому поводу высказал. В принципе, мне батончик понравился. Потому что я сейчас на диете, и для меня это, пожалуй, единственный источник сладости, который я могу себе позволить. Это вот эти вот батончики и протеин, который у меня сейчас стоит на холодильнике. Я туда еще дополнительно в коктейль кидаю, к примеру, сахарозаметитель, чтобы послаще были. Вот такое вот сегодня видео у нас было. Так что комментируем обязательно, ставим лайки, подписываемся на канал, если не подписаны, нажимаем на колокольчик и репостим в соцсетях по возможности, пожалуйста. Так что вам это ничего не будет стоить, а мне это будет полезно. Так что всем спасибо за просмотр. Пока.